Итак, привет всем. Около 2 недель не выходили новые видео. Сегодня мы с вами продолжаем исследовать Байкаловое русло. Новый водоем, который я открыл в своем прошлом ролике. Нам остается открыть 2 недостающиеся рыбы на данном водоеме. Сейчас я вам покажу. Вот. Вот эта вот рыба. И вот эта. Я догадываюсь, какая это может быть одна из них. Наверное, даже не догадываюсь, я на 100% знаю. Значит, вот у нас есть Байкаловое русло. Значит, с последнего ролика я в игру практически-то и не заходил, потому что делать тут особо было нечего. Тут надо играть, быть онлайн, чтобы тут чего-то добиться. Как видите, нужно 360 тысяч опыта для открытия следующего водоема. И это довольно-таки немаленькая сумма, с учетом того, что для открытия этого водоема мне понадобилось 180 тысяч опыта. То есть это в 2 раза больше. Ну, не проблема, в принципе, набрать такое количество опыта, разве что придется сидеть и очень много играть. Значит, сегодня мы будем ловить на Байкаловом русле. Попробуем половить на моллюск, не будем терять время. И не будем затягивать ролик. Ставьте лайки, комментируйте видео, если вы хотите продолжение рыбалки для друзей, чтобы я снимал данную игру. Потому что я сниму эту игру, в принципе... особо не хочется и настроения нет. В эту игру не так уж сильно много людей играет, не так уж сильно она и популярна, чтобы ее снимать. Да и просмотры, честно говоря, конечно, падают, с учетом того, что я мало активничаю на канале. Есть чуть-чуть поважнее вещи сейчас, чем снимать на канал. Так, у нас что-то ничего не ловится пока что. Первый заброс, как всегда, делаем на видео. Остальные будем делать через паузу. Опа, краб. Вот, кстати, недостающаяся рыба. Неплохо, неплохо. Давайте, наверное, продадим улов. 16 тысяч, неплохо. Будем ловить пока что на моллюск, потому что на моллюск более всего лучше тут ловится, наверное. Хотя посмотрим. Итак, я вернусь, когда будет клев. Так, у нас зацепик. И это сювер на 2 килограмма. Дам такую себе. Рыба сорвалась. Что-то... так туговато с зацепами, потому что... ловится довольно долго. Окей, давайте попробуем на макуху. Тоже неплохо. Так, что-то неплохое у нас зацепилось на макуху. И это гигантский карп на 75 килограмм. Относительно неплохо. Что у нас по деньгам? 5600. Ну такое, ну неплохо. На макуху не будет ловиться довольно... наверное, будет ловиться гигантский карп и что-то еще. Посмотрим. Так, долго ждать не пришлось. И что-то тоже неплохое. Опять гигантский карп. И, судя по всему, на макуху будет клевать один гигантский карп. Давайте закинем еще раз, посмотрим, что будет. Если будет то же самое, то сменим наживку. Надо бы, может, купить кусочки рыбы попробовать. На наживца, честно говоря, хз. Короче, посмотрим. И так тут сразу почти заклевало. Неплохо. Короче, гигантский карп один ловится на макуху. Ясно. Так. Вообще тут на лягушку может сон, кстати, клюнуть, может быть. Потому что нет, кто его знает. Надо попробовать. Ну, то, что он тут ловится, я уже удостоверился. Тут есть такая рыба. Это как раз таки та рыба, с которой у меня не открыта. Называется белуга. Если мне память не изменяет, то она тут ловится довольно-таки внушительных размеров. О, что-то... сом солдата, да.
Насчет белуги не договорил. Она тут ловится, как я сказал, внушительных размеров. Не знаю, не хочется смотреть в мировые рекорды. Точнее, не мировые рекорды, а в список таблицы рекордов, там, где игроки ловят рекордных рыб с рекордным весом. Не знаю, водится ли она тут около тонны, или это миф. К сожалению, если она тут водится, но до тонны, то мои снасти, к сожалению, сломаются в этот же миг, как она клюнет на этот крючок. Поэтому не хотелось бы с ней встретиться, и хрен узнает, на что она ловится. Кстати, белуга и в жизни очень большая рыба, очень длинная рыба. Так, что на этот раз? Глубинная щука на 24 килограмма, вот это прикольно. 41 опыт, что по деньгам? 1700, 560, 10 килограмм. Так, ну давайте еще раз попробуем, только закинем чуть-чуть подальше. Итак, что-то клюнуло, судя по всему, миночка какая-то. Да, мелочь, 29 килограмм. В начале игры я бы, наверное, радовался бы такому экземплярчику. Ладно, продолжаем. Итак, опять что-то клюнуло, но что-то на лягушку, честно говоря, клюет какая-то мелочь относительно. Так, что у нас еще есть? Червь. Можно червяка попробовать. Правда, не думаю, что сюда сложится особо. Значит, тут уже у нас ролик идет около 7 минут, значит, сейчас вылавливаем на червя и будем заканчивать, дабы не растягивать это видео. И тогда продолжим в следующем ролике. Я посмотрю, какие можно будет новые наживки выбрать. Обязательно на них половим, попытаемся выловить какого-нибудь монстра, который будет весить около 500-300 килограмм. Думаю, я увижу тут таких монстров. Ну, до 100, думаю, мы точно увидим, но что-то на них пока не особо везет. Я в прошлый раз в садке продал, у меня какая-то рыба была, которая словилась на червя. Так что на червя 100% что-то словится, это наживка, на которую будет, наверное, ловиться всегда. На каждом водоеме можно заметить, что всегда ловится что-то на червя. Так, есть. Ну да, как мы знаем, на червя постоянно какие-то мелочи. Сом на червя. Где ты еще такое увидишь? Сом на червя, ладно. Да, это, конечно, тут мелочь относительную повылавливал. Ладно, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Жмите лайки. Пишите комментарии, если хотите продолжения. Всем до новых встреч!